Добрый день, уважаемые подписчики. Решил не снять новое видео о тепловозах для тех, кому это интересно. Мы находимся в кабине тепловоза ТЭП-70 пассажирского. Вот так вот устроен пульт управления. Немножко пройдемся по тепловозу. Здесь находится высоковольтная камера, где находится такое, ну, в основном, основное электрическая аппаратура тепловоза. Дальше в дизельном помещении, как вы видите, дизель с главным генератором. Сверху две электромашины. Это стартер-генератор, который запускает дизель, а после запуска вырабатывает ток. И возбудитель для возбуждения обмотки главного генератора. Вот сам дизель. Вместе с генератором весит около 30 тонн. 16 цилиндров мощностью около 3000 киловатт, где-то 4000 лошадиных сил. Внизу находятся два водомасляных теплообменника с обоих сторон для охлаждения масла. Вот его турбина. Сверху глушитель. Также имеется здесь небольшой умывальничек такой с санузлом. Вот это вид с торца. Махина здоровая. Жалею, что я не снял, когда мы такие двигатели снимали краном. Конечно, видео было бы зрелищное такое, такая махина. На весу над тепловозом. Дальше шахта холодильника. Там внутри находятся радиаторы 48 штук. Сверху два вентилятора. И другая кабина.